Спасибо большое. Дорогие друзья, я бы хотел... Спой, наконец, что-нибудь задушевное. Этакое, мелодичное. Я как раз таки хотел сегодня... Вот, это я и имел в виду. Ну что ты меня все время перебиваешь, а? Я не перебиваю, я думаю. Вот что. Сейчас вы будете петь. Да-да. Да-да. И вы, дорогие друзья, вы тоже будете петь. А я буду вашим звукорежиссером. Буду вас сегодня записывать. Петь не обязательно стройно, это мы потом выровняем. А главное, уверенно и громко, как одна команда. Итак, готовы? Поехали. Крестная мать, не уходи туда, где облака, не покидай меня. Ночи. Крестная мать, ты у меня одна, не уходи, там день и ночь, зима, плакал малыш ненастным днем, мальчишка маленький по улицам бродил. Беззорным взглядом милости просил, слез лил, свои гроши в ручонках детских согревал от глаз храня, и в полутемный дом устало приносил, говоря: крестная мать, теперь все вместе. Белые, белые, белые облака. Я полюбил тебя. Я полюбил тебя. Не слышно вас, друзья. Я полюбил.
пустил тебя, как птицу, в небо. Ты, удаляясь, высоко улетала на крыльях, что тебе я дал когда-то. Ты навсегда меня покидала. Лети, лети, как свободная птица. Улетай, улетай, снова в синее небо. Лети, лети, как свободная. Лети, лети, как свободная птица. Улетай. Слова легкие. Отлично. Лети, лети, как свободная птица. Улетай, улетай, снова в синее небо. Лети, 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 лети. Великолепно!